Работа по направлению повышения антитеррористической защищенности школ ведется в системе и не делается от случая к случаю. У нас приняты соответствующие планы, и мы пошагово идем к тому, чтобы защищенность была еще выше, еще качественнее и на должном уровне. Дело в том, что часть этих решений требует серьезных финансовых затрат, и значит, не может быть решена мгновенно, но часть вопросов решается в плановом режиме. Школы города постоянно подвергаются проверкам различных структур, по итогам проверок принимаются необходимые решения. Поэтому мы не можем себе позволить, чтобы такие решения случались от одной чрезвычайной ситуации к другой. Это планомерная работа. Безусловно, то страшное происшествие, которое случилось в Казанской школе, заставляет нас еще раз пересмотреть все наши действия и принять меры на усиление.